Дівчатка, які зараз прикипіли до екранів телевізорів, подивившись сюжет про Дантеса і Лінника, зараз можуть пустити сльозинку. Тому що, виявляється, ці двоє хазяйновитих хлопців виступлять із концертами 31 травня у місті Кривий Ріг і 1 червня в місті Харків. Там-то вони і покажуть свою нову, нещодавно відкриту жіночу сутність. А свою жіночу і сексуальну сутність зараз вам продемонструє Валерія Крук. Вона спілкувалася із Славою із гурту «Ніангели». Лера в нашій студії. Валерія. Здравствуйте, Дмитрий. Вы шикарный, найшикарнейший, сексуальнейший корреспондент программы «Поп-конвейер» сегодня на студии. Мне очень приятно. Я думаю, и всем человекам також. Я уже даже не краснею. Лера спілкувалась и с Славой, и с гурту «Ніангели». И причем про найважливіші, про три найважливіші речі в житті сучасної жінки – це чоловіки, еротичні фотосессии и ботокс. Да, немного приоткрою завесу нашего интервью. Мы поговорили о тех вещах, о которых многие женщины предпочитают скрывать. А Слава нам открыто созналась вместе со мной. Слушай, ну ботокс, ладно, не будем чувать эту тему. Человек, она нещодавно вышла замуж. Достаточно недавно им поговорили о том, что он очень-очень комфортный. Ну тоже посмотрим все подробности в интервью. Комфортный человек, звучит очень интересно. А да. Playboy, эротичная фотосессия, Слава продолжает оголюватися? Чи... Продолжает и не стесняется, как это было ранее. Какое-то эротичное интервью прямо сейчас в «Поп-конвейере». Да, и очень откровенное. Смотрим. У тебя очень низкий тембр голоса. Тебя никогда не смущало, что у тебя все-таки часто твой голос сравнивали с мужским вокалом? Мне как-то вот что-то очень сначала меня это расстроило, потому что мне казалось, что сопрано – это безумно красиво. А потом я поняла, что все-таки у моего голоса тоже есть свои плюсы, и, наверное, это хорошо, что так произошло. Между нами могут быть большие расстояния, может время затянуться в эпизодах расставания. Смотри, ну мы публичные девушки и мужчины тоже сталкиваемся с такой неприятной вещью, но которая на сегодняшний момент для меня, например, уже смешная, как комментарий в таблоидах, да? Ой, то есть не так, нет, сначала я плакала. Мне было, ну как это, как называть меня трансвеститом? Ну вообще, ну я же... Я шикарный мезосопрано, да? Вот, а потом напишут, я даже подписывала иногда, да, так оно и есть, вы не ошиблись. Приходите на огонек. То есть веселить тебе тоже, да? 31 мая будет наконец-то первый сольный концерт. Почему так долго? Аллилуйя. Почему так долго ждали? Везде, на всех афишах моя смеющаяся физиономия. Да, очень позитивно, очень красиво. Мне очень нравится. Оно как в жизни. Вика всегда серьезная, а я ржу. Ты из тех самых-самых опасных причин. Ты из тех самых-самых желанных мужчин. Ты из тех самых-самых красивых одежд. Ты из тех самых-самых остывших надежд. Ты столько лет поешь уже в группе, ты сольную карьеру не хотела делать? Мне комфортно пока. Во-первых, пока ты поешь в группе, можно халтурить на сцене. Да, конечно. Значит, пока Вика пашет, я отдыхаю. Ну, как-то так. Вика тебе является просто коллегой или все-таки подругой стала? Наверное, это больше, чем коллега. Это даже уже и не друг, это уже как родственник какой-то. Человек обо мне знает слишком много, наверное. Так же, как и я. Ее пора убить. Я об этом подумала. Ты сказала. Так, ты не раз участвовала в откровенных фотосессиях. Прекрасное дело. Скажи мне, как ты оголяешься перед камерой? Удобно, неудобно? Смущение было ли? И как муж реагирует? Первая фотосессия у нас была в Playboy, это было 7 лет назад. Я старше, чем Вика. Звонит мне Юра и говорит: Слава, ну Вика как-то помоложе, ты ее поддержи, ты у нас все-таки такая барышня боевая. Я говорю: да, конечно, мы приходим на съемку. Стала Слава и Вика. Ай, не-не! А сейчас как? А сейчас нормально. Ну, сейчас как-то вот мы, когда в Playboy снимались, во-первых, нас фотографировала девушка. И я чувствовала себя гораздо комфортнее. В общем-то, с площадки повыгоняли всех остальных. А муж Евгений как? Он спокойно относится? Нормально. Он скупил все Playboy, друзьям раздавал. Ну, это наш современный мужчина. Молодец. Ну, смотри, ну вот в прошлом году ты вышла замуж, и как-то у тебя изменились жизненные ценности? Может быть, какие-то приоритеты по-другому уже расставлены? Что-то поменялось? У меня такой комфортный муж. Мне кажется, что... Не напрягающий? Абсолютно не напрягающий. Я вот, я нашла то, что искала. То есть я занимаюсь тем, чем занималась. Я люблю очень свою работу, я люблю музыку. И он разделяет это со мной. Как бы он очень уважает мое мнение, уважает мои интересы. И, в общем, огромное спасибо. Ну, а то, что все-таки, да, достаточно большой и насыщенный гастрольный график. И все-таки мало времени же вы проводите. А видели глаза, что брали. Как ты относишься к различным косметическим процедурам?
У нас всегда это с тобой спрашивают, но я уже спрошу. Ботокс, пластик и так далее. Отлично, только позавчера там была. А почему нет? Ну почему, если мы можем себе это позволить? А почему? Ну, в основном говорят, те, кто хочет, но не может. А потом они же в нычку идут и все себе делают. Ну потом всем на камеру говорят, я вся натуральная, сдай. Мы такие, да, 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 звезд 90%, простите. Вся натуральная, бровку подними. Да, лицо не шевелится. До четвертого клоуна. Слава, как ты любишь проводить свое свободное время? Вот что вот самое, какое твое самое любимое занятие? Я люблю сосиской поваляться. Ну, а подумай, ты такая шикарная, с маникюром, на укладочках, и времени мало. Делаешь какие-то домашние дела женские? Кушать приготовить можешь? Завтрак любимый? Да, в микроволновке разогреть. Ну, а кто по дому помогает? Домработница есть, да, помощница, которая все-таки занимается глажками, стирками и так далее? Потому что у меня руки созданы для того, чтобы держать в них микрофон.